Вы знаете, на мой взгляд, мы никогда не узнаем. Потому что если то, что говорит о Суркове, правда, то, что он некий серый кардинал, что человек, который формировал там поле медийное лицо правительства, то как его можно убрать, если он занимал такую должность так долго? Я думаю, что это внутриаппаратные игры, или пусть это будут не игры, а некие перестановки. И мы никогда не узнаем, кто же реально у руля, кто нет. К сожалению, наше государство, наше правительство лишено прозрачности, и мы никогда этого не знаем.